Живе Беларусь! Живе Беларусь! Эти люди преступники, эти люди фальсификаторы. Эти люди сделали так, что большинство белорусов или в тюрьмах, или в гонениях, или вынуждены уехать. Поэтому хочется, чтобы в Грузии выборы прошли правильно, честно, открыто. Для этого гоните таких, как белорусы. Такие люди, которые своими непосредственными действиями привели к власти Лукашенко в очередной раз, они не могут ничего сделать нечестно, не могут сделать ничего хорошего, полезного или позитивного. Ермошину в тюрьму! Живи, Беларусь!